Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вторая часть жилета. Кто не знает, вот будут ссылочки. Есть у меня экспресс-мастер-класс этого жилета, есть у меня первая часть уже с расчетами на любой размер, на ваш размер, по вашим меркам этого жилета. Вот, и сейчас вторая часть. Мы движемся от проймы к японскому плечу. Есть у нас на этом этапе вот такие вот две заготовочки, передние и задние детали. Вот, сейчас я переднюю деталь пока обкладываю. Вот этот скос мы уже сделали в первом видео. Кто хочет вязать этот жилет, пожалуйста, пересмотрите первое видео и начинаем с первого видео. Значит, сейчас мы вяжем пройму. Да, сейчас мы находимся вот в этой точке. Сколько же мы вяжем? Вяжем на данном этапе мы ровно, ничего не делаем. Вяжем ровно. Даже не будем делать вот эту выемку на горловину. Она нам на задней детали в принципе не нужна. Сколько вяжем ровно? Вот эта часть, это наша высота проймы. Что хочу сказать? В этой модели высота проймы за счет того, что убавление у нас здесь, у нас очень даже небольшой такой аккуратненький вырез, обратите внимание. Поэтому здесь у нас где-то 18-22 сантиметра, не больше. Это 22 для большого размера. Если S-очка XS, то вообще 16 сантиметров. Я буду вязать где-то 13 на девочку. Думала 15, но, наверное, все-таки это будет 13. То есть сейчас я вяжу вверх без никаких изменений, просто до точки вот этого плеча. Вот если брать фигуру человека, то сейчас я вяжу от проймы до вот этой вот точки, то есть меряете по себе, не до верху как бы плеча горловин, а именно здесь вот в нижней точке плеча. Все, я вяжу свои 13 сантиметров и далее мы встречаемся. Итак, девчонки, вот я провязала свою пройму. Сейчас я вам измерю, что я говорила, где-то 12-13 сантиметров. Вот у меня конец сокращений. И это 12 сантиметров, но учитываем то, что у нас же еще будет ВТО. Поэтому я остановилась на 12 пока. Теперь что мне нужно? Мне нужно отделить плечико от головины. Вот. Определяем визуально. Девчонки, если здесь у меня 69 петель, вот, и это у меня 27 сантиметров, да, то на плечо на детское 6 сантиметров я так вот отделю. Значит, вот оно, 1 2 3 4 5 6 7, 14 петель здесь и 14 петель отсюда. Значит, что касается взрослого, 3 4 5 6 7 жилета, для взрослого, девчонки, основывайтесь на горловину. Нет, все-таки вот какой ширины вы хотите горловину. Вот сейчас я вот обозначила, и я на 2 петли по 16 петель у меня будет плечо. Я передвигаю к центру, потому что мне не понравилось, что слишком широкая будет горловина как бы для детского джемпера. Поэтому я оставляю вот таким вот образом. Значит, здесь у меня по 16 петель 32, всего у меня 69, значит 37 петель у меня уходит на горловину. Что я сейчас буду делать? Я сейчас таким вот образом, то есть я отделила центральные петли для горловины, а здесь я незаконченными рядами свяжу вот этот вот аппендицит. Вот таким вот образом оставлять буду по одной петле, потом такой же аппендицит свяжу с другой стороны, то есть на вот этих вот плечевых петлях.
Первым делом я вяжу эту сторону, то есть я буду вязать незаконченными рядами по одной петле. Я буду не довязывать. Вот таким вот образом, то есть я как бы работаю только с этими петлями до маркера. Одна петля осталась, поворачиваю, делаю воздушную петлю и вяжу до конца ряда. Вяжем по узору, ничего не меняется, кроме того, что вяжем только петли плечика и вяжем незаконченные ряды. Так, пока у нас здесь не останется 2 или 3 петли в конце. Сейчас еще один раз покажу для тех, кто впервые сталкивается с этим. Так, вот здесь вот видите, у меня воздушная петля и вот это вот петля из вязания, а вот это дополнительная. Дополнительную мы не считаем, мы считаем одну петлю из основного вязания, которую мы не довязываем. Вот по сути 2 петли, да, если считать вот эту воздушную, которую мы делаем, дополнительную воздушную. И поворачиваем снова, и в каждом ряду мы будем вот так вот 2 петелечки из них, одна дополнительная, одна основная, не довязывать, пока здесь у нас вот 3 петли не останется совсем. До одной довязывать не нужно, а вот 3 петли в самый раз. Продолжаю. Так, вот смотрите, видите, вот такой вот клин у меня получился, который у меня вот так вот будет отогнут сюда наперед вот таким вот образом. Вот теперь что мне нужно? Мне нужно пройти пешком сюда, на эту сторону, ну, в смысле довязать. Значит, здесь я соединю эти петельки сейчас. А что хочу сказать, здесь у меня осталось 4 петли, вот я решила, что не надо больше, вот потому что это будет конец вязания, оно избыточно будет растягиваться, этого нам не нужно. Здесь мы соединяем воздушные петли с петлями основными, то есть видите, вот здесь вот воздушная петля и основная, и я провязываю их вместе. Здесь у нас воздушная и основная, лицевую я ставлю поверх дополнительной и провязываю вместе, чтобы не нарушать, а изнаночную я просто провязываю вместе, а вот лицевую меняю местами. Вот таким вот образом я соединяю все эти наши незаконченные ряды в ровное вязание. У нас тут не будет ни дырочек, ни никаких пробелов. Все будет очень красиво, девчонки. Так. Так, вот я соединила эти все петельки. Теперь я вяжу до конца ряда. Маркер у нас в работе, ничего мы не снимаем, не убираем. Маркер нам еще нужен, понадобится. Теперь я свяжу вот точно такими же незаконченными рядами второе плечико и перейду к передней детали. Потом спинку пока отложим. Так, вот я передвинулась, теперь я вяжу все равно до конца ряда, потому что здесь у нас незаконченные ряды будут на изнаночной стороне. Вот, поэтому
лицевой ряд вяжем всегда до конца, а в изнаночном ряду делаем незаконченные ряды. Так, вот одну петлю не довязываем и поворачиваемся. Все точно так же, как и на этой половинке, только в изнаночном ряду. Здесь делаем вот воздушную петлю и вяжем до конца ряда, и вяжем таким вот образом, пока опять же у нас не останется здесь вот 4 петли, столько, сколько и на той второй половине. Смотрите, теперь оба уха у меня вывязаны. Теперь, видите, здесь я тоже сделала вот эти вот незаконченные ряды, и вот осталось у меня 4 петли, это у меня дополнительно. Теперь что я делаю? Я соединю это все дело и буду вязать переднюю деталь. Соединяю точно так же, аннулируя наши воздушные петли. Теперь вот здесь вот, где лицевая, провязываем вместе лицевой. А где изнаночная, теперь мы изнаночную меняем местами сзади, чтобы она была поверх. Это в изнаночном ряду так соединяем. В лицевом соединяем так, как я показывала. Здесь же наоборот, лицевые просто провязываем, да, ё-моё. А изнаночную меняем местами, только сзади изнаночную, чтобы в лицевом ряду она выглядела как красивая лицевая, видите? Так, девчонки, что хочу сказать. Топик уже вяжу. Уже не вяжу, конечно. Я доделаю вот этот жилет. Вот. И сразу начинаю топик вязать, потому что у вас там реакция на него очень такая сильная. Поэтому сразу понимаю, что вязать нужно. Вот по вашей реакции все сразу понятно. Стоит эта модель внимания или не стоит. Так, и последняя петля. Вот и все. Теперь что я делаю? Я оставляю здесь. Вот это все дело. Нет. Теперь мне нужно довязать до конца ряда, потому что мне нужны оба края открытыми потом. Вы поймете для чего. То есть сейчас я просто довязываю ряд до конца и эту деталь оставляю пока в стороночке и буду вязать перед. Какой вариант из трех правильный, девчонки? Перед, вперед или перед? Дело в том, что у разных рукодельниц я слышу три варианта. Какой из них правильный, я не знаю, так как я не носитель русского языка. Вот, тем более живу в Европе, в украинской школе училась. Русский я, конечно же, учила, при том, что по национальности я русская. Русский, конечно же, я учила, но так как я его пользую только в виде просмотра фильмов, ну и теперь уже как бы, как автор канала, очень многие вещи я, конечно же, неправильно либо произношу, либо ударение неправильно, поэтому периодически у вас спрашиваю. Вот вы мне и ответьте на этот вопрос. Так, все, эту часть я пока оставляю. Так, вот так вот, смотрите, видите, вязать нам по сути, если мы вот так вот перегнули эти части, перегибаем от маркера, вот, да, видно. И вот от сокращений нам совсем немножечко нужно вязать переднюю деталь. Вот она, наша передняя деталь. Смотрите, сколько нам нужно связать вот до того момента, пока мы не состыкуемся со спинкой, то есть совсем чуть-чуть, да? Смотрите, можно даже посчитать ряды, а можно вот так вот на глаз, только сгиб внимательно смотрите, чтобы он был на маркере, чтобы со спинки вы не перегибали, именно от маркера сгиб. Таким вот образом, сейчас я вам в сантиметрах тут приблизительно скажу, как бы, если вот вся у меня длина
ну, 12 сантиметров, так как я и мерила, да, то есть, то здесь у меня 6 сантиметров, провязать мне нужно 6 сантиметров, девчонки, то есть половину вот этой вот высоты. Я сейчас вяжу вперед, потом встретимся. Итак, девчушки, вот если приложить вот это все дело. Так, я с вами провязала я 6 сантиметров. Смотрите, я прикладываю, теперь отгибаю спинку. И у меня получается, что как раз вот от маркера, как я и говорила, как раз получается в стык. Вот оно, видите? И здесь то же самое. Вот это мне и нужно. То есть сейчас я начинаю делать одну интересную манипуляцию, девчонки. Когда мне дошло, как это все делается, я обалдела. Такой интереснейший способ. Значит, кладем нашу спинку лицевой стороной на стол. Теперь вперед, вперед, тоже лицевой стороной. И что мы делаем? Мы сейчас... Так, независимо от того, какой размер, сейчас будем делать таким вот образом. Отделим вот эти полосы, которые у нас уходят на, как бы, на скос центральный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И я цепляю маркер. Здесь у меня 8 петель. Далее я делаю сокращение в лицевом ряду. 2 вместе и изнаночной. И далее вяжу по узору. То есть это отделение так называемого реглана. То же самое мы сделаем и в конце. Сейчас мы будем одновременно вязать вот эти скосы впереди и присоединять к спинке. По плечу у нас шва не будет, мы его будем ввязывать в эту деталь. Тут может быть у вас лицевая, тогда лицевой, как бы лицевая ведущая. Но я почему-то решила, что, ну, у меня здесь изнаночная, поэтому так и будет. Пусть так и будет. Не будем усложнять. Для нас важна вот эта вот полоса, как бы регланная линия присоединения. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не довязываем до конца. Вяжем 9, 10 вместе изнаночной. Здесь цепляем маркер. И здесь у нас получается 8 петель. То есть изнутри мы будем делать сокращение по 2 петли вместе в каждом лицевом ряду. 8 петель у нас вот этой регланной линии. И здесь мы будем присоединять. Одну петлю мы не довязываем. Берем петлю, сейчас я ее переснимаю на правую спицу, одеваю сюда к спинке и изнаночной петлей провязываю вместе последнюю петлю и вот эту вот петлю со спинки. Так, поворачиваемся. Здесь вяжем снова ряд, то есть так вяжу изнаночный ряд по узору. Здесь я убавление не делаю, только в конце ряда прицеплю как бы к спинке. Вот я приближаюсь к концу, последнюю петлю я не довязываю, просто переснимаю. Ой, у меня получается, что у меня все на одних спицах. Ну и прекрасно. Вот я совмещаю со спинкой, последняя петля у меня просто снята, я сейчас ее, вот моя спинка, смотрим, видите, передняя деталь и спинка, последняя петля. Здесь за последнюю мы присоединили и здесь присоединили. То есть, по сути, мы эти петли спинки мы будем сокращать до маркера. Так, здесь в изнаночном ряду мы провязываем 2 вместе и поворачиваемся на лицо.
Так, еще раз покажу, как мы присоединились. Вот. Видите, мы присоединены. И здесь мы будем продвигаться вот так вот по косой сюда. Итак, в изнаночном ряду мы провязываем лицевой, в лицевом ряду мы провязываем изнаночное, вот место присоединения. И вот я поворачиваюсь, и снова я вяжу лицевой ряд, в котором я буду делать после маркера и перед маркером сокращение. Так, далее, девчонки, с третьего ряда мы будем делать по 2 сокращения. Ну, по сути, с четвертого. Так, здесь перед маркером провязываем 2 петли вместе изнаночной и вяжем регланную линию. Теперь что мы будем делать далее? То есть первые 2 ряда мы присоединили по 1 петле. Далее что мы делаем? Мы провязываем здесь вот последняя петля, ее, кстати, можно обозначить, последняя петля с передней детали и 2 петли с задней. То есть по 2 задние детали мы будем присоединять, ну, сокращать по сути. А здесь же сокращения у нас будут и в изнаночном ряду. То есть по сути это вяжется как погон, то есть в каждом ряду мы убавляем. Но так как мы не можем вот здесь вот 2 вместе провязать и в лицевом, и изнаночном ряду, то мы убавляем сразу же в конце ряда по 2 со спинки. А здесь же мы делаем после маркера 2 петли вместе и перед маркером из центральных частей и в лицевом, и в изнаночном ряду. Первый ряд мы просто сделали по одной, как бы определили эти места, ну, первые 2 ряда, и по одной убрали, поэтому мы в изнаночном ряду не убавляли. А здесь уже начинаем это делать, убавки в каждом изнаночном, а в конце ряда по 2 петли со спинки. Так, здесь у меня 2 петли вместе лицевую, в изнаночном ряду это лицевая, в лицевом ряду это изнаночная. У меня, может быть, у вас наоборот, как у вас лягут эти петли. Вот эта планка. Так, последняя петля, я и вот она, передние детали, последняя петля, спинка, здесь у меня, я ее перемещаю сюда. И провязываю 3 вместе лицевой, вот она одна с передней детали и 2 со спинки. Я их провязываю лицевой, потому что у меня изнанка. И вот так вот отделю, чтобы не путаться. И поворачиваюсь на лицевую сторону. И также продолжаю. То есть 2 петли здесь добавляем, убавляем, а здесь убавляем по одной. И в лицевом, и в изнаночном ряду. И передвигаемся. Сейчас немножко покажу. То есть, если смотреть на... Вот я уже присоединила. Если смотреть на вот эту вот конструкцию, вот она выглядит вот таким вот образом сейчас. Вот мы сейчас вот этими полосами продвигаемся сюда, здесь и здесь. То есть сокращаем петли в этих местах и путем сокращения по 2 передвигаемся вверх. Вот. То есть вот эти 2 полосочки это как бы регланные линии, которые перемещаются вверх. Так, вот смотрим, девчонки. Что у нас здесь вырисовывается? Вот, что хочу сказать. Вот видите, это как бы регланная линия у нас дошла до горловины. Здесь у нас вырез горловины очень красиво очерчивается. Здесь у нас по итогу получается по переду у меня 36 петель, по спинке 36 петель. То есть вот эти вот планки у нас сформировали вот эту разницу выреза.
Далее, что еще? Здесь у нас спиночка перегнулась на переднюю деталь. Видите, единственное, что понятное дело, что в оригинале у нас здесь ровно получается, но по итогу у нас не получится ровно, немного исправит ВТО. Но с другой стороны, мне даже больше нравится вот это на передние детали. Знаете почему? Потому что вот эта полупатентная резинка. Если была бы простая резинка, этот выгрыз был бы поменьше. Но чуть-чуть нам исправит ВТО, но я специально не буду исправлять. Мне очень нравится вот такой вот как бы элемент на передние детали, и мне как бы он там как раз и кстати. Посмотрим, что мне покажет ВТО, девчонки. Но можно сделать как бы, чтобы его не было по одной все-таки петле, как я вначале показала. Но, девчонки, оно же потом вот будет больше рядов, поднимется, и вот не будет вот этого выреза как бы горловины. Тут либо так, либо исправлять потом ВТО, ну, вытягивать. Да, оно особо и не... Ну, вот немножко можно, да, вот смотрите, можно исправить немножечко вот эту планочку, как бы этот погончик немножко подтянуть. Ну, смотрите, девчонки, сейчас я доделаю. Вот дальше у меня осталось 72 петли. То есть, по сути, когда вы сокращаете одновременно и здесь, у вас уходит равное количество петель со спинки спереда, и вы по итогу поднимаетесь вверх в горловине, и дальше у вас остается только горловина. У вас были равные сокращения, у вас осталось равное количество петель на спинке и напереди, и вы просто плавно переходите. Тут даже, видите, я думала, что в изначальном варианте я там говорила о незаконченных рядах, но по итогу получается, что нам их делать не нужно. У нас горловина формируется сама по себе, без никаких укороченных рядов. Все у нас прекрасно и хорошо без укороченных рядов. Единственный вот этот момент, который вот лично мне очень нравится. Вот если вот так вот, видите, по итогу оно будет, здесь будет такая выемка, но она как оформление передней детали проймы. Вот, и вот я ее вижу так, не знаю, напишите мне, как видите вы. Мне очень нравится вот такой вот элемент, да, как декор. Вот сейчас я в высоту провяжу, наверное, сантиметров 5, так как это детская, ну, может, 6. Посмотрю. Вот. И закроем петли. Все, девчонки, и сшить останется боковушки. И все. По сути, все. Если вы вязали вот здесь, вот соединяли, то есть после разрезов, то вам вообще не нужно никаких швов. Вот. Так, мои хорошие. Вот я провязала. Вы знаете, я сейчас в таких сомнениях, что-то мне кажется, что надо перевязывать. Вот. Хочу сказать по поводу вот этой вот как бы планочки. Не очень она такая пластичная. Вот. Это я еще не стирала, еще мне предстоит ВТО. Но уже сейчас могу предположить, это в мой мозг прирулила такая идея. Вот саму вот эту планку вязать не полупатентной резинкой, а просто резинкой 1х1. И она будет более такая податливая. Вот. Так что при вязании, пожалуйста, вяжите. Вернее, если не хотите вот такого вот этой вот выемки, то вяжите резинкой 1х1. Ну, возможно, я даже и перевяжу это все дело, хотя мне нравится эта выемка. Вот так, сколько я провязала, сейчас вам скажу. Так, провязала я в высоту, ну, 6 сантиметров, так как я и говорила, 5-6. У меня это 6 сантиметров, и теперь я петли буду закрывать. Закрывать буду эластичным способом. Вот сейчас довяжу до маркера. То есть это начало ряда моего. Так, теперь закрываю эластичным способом. Что это значит? Петлю провязываю. 1, 2, 2 петли провязала. Вернула на спицы и провязала лицевой.
Далее изнаночной провязала, 2 петли провязала, вернула на левую спицу и провязала изнаночной. То есть двойное провязывание петли по узору. Что это значит? Что мы сначала провязываем петлю, потом вяжем 2 вместе. Не как при классическом закрытии петель, а именно провязали, а потом провязали 2 вместе, и при том, что по узору. Как, вот если у нас лицевая, то мы провязываем лицевой. Если изнаночная, то сначала провязываем петлю, потом возвращаем и провязываем изнаночной. Лицевую возвращаем, нить за работой, при изнаночной нить перед работой, и у нас получится эластичный способ закрытия петель, что совсем не обязательно, если у вас ширины хватает для пролезания головы, скажем так, то закрывайте. Можно просто как бы по узору, но я вот так вот закрываю. Но я закрываю вот так вот. Вот. И потом все-таки намочу, разложу, возможно, перевяжу. Так, девчули, вот я постирала, разложила, высушила. И вот что у меня получилось. Значит, совсем мне это не помогло. Вот как было, так и осталось. Может быть, совсем чуть-чуть. Но что я решила сделать, девчонки? Видите, поднимается здесь оно... как крылышки, я этого не хочу. Знаете, что я решила сделать? Возможно, у вас будет не так. Это зависит, у меня-то искусственная пряжа, акрил и тот, и тот. Если, допустим, шерстяная пряжа, ее можно как бы моделировать более удачно, чем акриловую пряжу. Еще один вариант. Вот эту вот полосу вяжем резинкой 1х1, не полупатентной, тогда у вас будет больше свободы здесь. Вот, и что сделаю я вот здесь вот эту часть вот так вот прихвачу, то есть пришью, и все, сразу же смотрите, опускается плечико красиво, и здесь вот закрывается вот эта дырочка. Вот и все, вот таким вот простым способом я это все как бы исправлю. И знаете что, вот эти вот дырочки я тоже, я начну прямо отсюда и тоже зашью дырочки, чтобы оно выглядело более... Возможно, дырочек у вас не будет, это моя особенность. Тут уж смотрите сами. Вот что еще хочу сказать. Еще тут уже, исходя из этих всех нюансов, короче, я решила, что если вязать весь жилет резинкой 1х1, то будет идеально как бы сидеть по вот этим вот как бы расчетам. Еще там писала девушка, абсолютно права, эта резинка стягивает, а жемчужный узор немного растянут, то есть разная плотность. Но мне это нравится, да, что уголки будут чуть длиннее, как бы я, если вязать резинкой 1х1, то все будет ровно. То есть если хотите совсем идеально везде, чтобы все сидело, вот я так и оставлю, видите, вот этот уголочек, он уходит немного вниз, то есть я это беру как плюс, как то, что мне нравится. Здесь я подошью уголочек где-то сантиметра на 2-3, сейчас посмотрим. Тем самым исправив, если вязать резинкой 1х1, то оно, соответственно, этого всего не будет. Еще я же говорю, корректируйте тем, что вот эту полосу вяжите тоже резинкой 1х1. И у вас уже будет это все лучше выглядеть, чем у меня. Задумалась я над тем, чтобы перевязать, но насколько много проектов я хочу и тут джемпер связать, который у нас... вот последний вчера был, да, это видео я сегодня выложу, значит, тот, который вчера был, хотя бы в мини-версии связать, мне его хочется, поэтому не буду перевязывать, нет у меня, к сожалению, времени. Ну, перевязать, чтобы здесь связать резинкой 1х1 и вам показать. Ну, вот так вот.
Так, сколько здесь у меня? 2 сантиметра где-то я. Сейчас посмотрим, хватит или не хватит. 2 сантиметра. Хватит. Больше не буду. Нормально. Видите, вот они, эти 2 сантиметра. Я их подшила. Вот, и сразу видно разницу, девчонки. Смотрите. Да, вот здесь вот и здесь. То есть, либо вы подшейте так, как я, либо вяжите резинку 1 на 1, а потом как бы действуйте по ситуации. То есть, что вам покажет ВТО. Еще, конечно, можно утюжком, но я решила вот подшить, а потом чуть подутюжить уже потом. Потому что все-таки акрил, он не такой уж податливый, да. Не хочется совсем уж утюжить, чтобы расплескать этот узор. Тоже не хочется. Я сейчас все-таки пройду с утюжком немножечко, но совсем чуть-чуть. Так, и вторую я сейчас на точно такую же ширину. Вернее, на точно такое же расстояние зашью. И все. И пройду утюжком. Вот, видите, теперь оно у нас, ну, теперь у нас вот эта вот как бы полоса маленько деформирована. Ну, смотрите, девчонки, если хотите, меряйте, в общем, если честно, то, если быть точным, то меряйте на себе. Если вам нравится вот так вот, сшейте эти боковушки, померяйте. Если нравится так, то оставьте так. Если не нравится, подшейте. Если, учитывая то, что здесь будет резинка 1 на 1, возможно, у вас будет все супер-пупер и без вот этой вот коррекции. Девчонки, вот смотрите, чуть-чуть я прошлась утюжком, совсем-совсем чуть-чуть. И вот мой итог. Девчонки, к сожалению, показать вам на модели не могу, мне нужно посылать почтой. Вот, когда это все пошлется, сфотографируется, соответственно, я вам покажу в Инстаграм, в Фейсбуке, в группе. Это все дело я вам покажу. Ну, когда будут у меня фотки. А ждать фоток у меня нет желания, потому что я хочу как можно быстрее вам этот мастер-класс выложить в YouTube, чтобы вы вязали. Так, вот мои уголки. Видите, все-таки они такие висящие. Сшила я. Кстати, знаете, что у меня получилось? Так интересно. Все-таки я одно сокращение у меня вышло как бы туда пошло, потому что я здесь подшила. Ну, то есть в пройму, не в бок, а в пройму, видите, на уровне второго я сшивала, а одно у меня ушло туда. Точно так же и здесь. Вот, это по нюансам. Так что, ну, я думаю, не бойтесь этого, если у вас получится точно так же. Здесь я сшила боков. А все потому, что вот эта вязка, когда вяжешь одни сантиметры, потом, когда она становится на место, другие сантиметры. Здесь 2 сантиметра я зашла на вот эту планочку, чтобы, ну, как бы красиво это все было оформлено. Вот она, как бы разрезик. И вот второй разрезик. Так. Так, прошлась утюжком, это я сказала. Фотографии будут в Facebook, Instagram, когда это все сфотографируется на модели. Вот такая вот жилеточка у меня получилась. Результатом я довольна. Вот здесь небольшой нюанс, но я вот таким вот образом его исправила. Ну, в принципе, все, девчонки. Больше мне сказать нечего, кроме того, что подписываемся на Инстаграм и на группу в Фейсбуке, чтобы не теряться. Вот. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.